Милана Махачева поборется в составе сборной России по женской борьбе на рейтинговом турнире в Варшаве. Международные соревнования в польской столице пройдут с 10 по 12 июня. Дагестанская спортсменка выступит в весовой категории до 53 кг. Милана Махачева является победительницей чемпионата России и двукратной чемпионкой Европы. Возглавит российскую сборную на польском турнире олимпийская чемпионка Наталья Воробьева.